Привет всем, с вами Ревун. Сегодня смотрим репочки. Буквально. Три минутки у нас до старта. Запущу трансляции. Так, ну что, пара чатиков у нас есть. Если кто-то хочет, чтобы я посмотрел какие-то ваши игры, непременно пишите. Я их обязательно посмотрю. Ну а сегодня я обещал посмотреть игры Апгрейда и Димончика. Была такая история. И нужно их только скачать. Давайте же это сделаем. Вчера смотрели Кузьмича и Мастера. Мастер показал неплохую игру зергом. Кузьмич, к сожалению, не впечатлил. Это было довольно печально для нас, Теранов. С другой стороны, игра есть игра. Дерги были молодцы. Так, я пока с вами болтаю, ищу тут эти самые реплеи. Тут очень много болтовни. Ага, вижу Квант с апгрейдом, почему-то одна игра. И Вандерер с апгрейдом. Две игры. Счет, кстати, не написан. Ну что ж, хорошо. Скачаем, что есть. Скачаем, что есть. Нет проблем. А, нет. Стоп. Это не репки. Вот они. Все, нормально тут с играми. Я просто немножечко промахнулся. Стремительно исправляюсь по этому поводу. А чё бы мне не быть классным парнем-то? Имею право. Ну вот. Вижу счет, вижу игры. 5 репок я нашел. Быстро их качаю. Со скоростью, близкой к скорости света. Так, это будет ЗВП, ЗВП, ЗВП. ТВЗ, ТВЗ, ТВЗ. Из чего я делаю вывод, что апгрейд зерк. Я же угадал. Апгрейд квант. Вот с этих игр мы и начнем. Как раз в 22:30 и стартанем. Так. Быстрее. Повыше АПМ. На самом деле у нас Слав большой специалист по зергам, но это не так важно. Так, поехали. Все, вижу. Вижу игры с квантом. Пошел просмотр. Всем здравствуйте, с вами Ревун. Смотрим серебряные игры. Апгрейд против кванта, серебро против бронзы. Самое веселое, что может быть. Веселее только бронза против бронзы. Ожидаю жару. Ну а что вы хотели? Не все же мастеров смотреть. Потом Димончика найдем, посмотрим. Он же ГМЛ. РУГМЛ, но это не важно. Ребятки, напишите, как там звук, слышно, не мешает ли музыка, добавить, убавить изображение, все такое. Так, ну что? Star Station.
Апгрейд фиолетовый зерг снизу, квант синий протос сверху. Я последний раз заглядываю в чатик на ближайшее время и в следующий раз посмотрю его уже после того, как мы посмотрим первую реплейку. Отлично все, отлично, хорошо, тогда смотрим. Аверок и пробочка. Ранняя пробочка от Кванта. Что это значит для нас? Ранняя пробочка от Кванта значит для нас, что он хочет поставить где-то 2 гита. Видите, по каким шифтам катится, а? Вы посмотрите на эту хитрюшку. Только она спалилась. Причем спалилась чуть ли не дважды. Едет ставить пилон. Вот маленькая-маленькая синенькая. И пилончик в уголочке ставит. Прячется. Хочет 2 гита поставить. Ну, нормальная тема, нормальная. И не сказать, что апгрейд реагирует. Не смотрел на мини-карту, сознайся. Пилон встает, а это уже плохо. Ну вот сейчас нужно будет делать правильный вывод апгрейда. Вот он приезжает, гейта не видит. Пилоны не видят. Сейчас должны начаться метания. Должно начаться метание. Ничего не нашел, нужно поездить по базе, а тут ничего нету. Ай-яй-яй, полный вижен, а тут уже 2 гейта ставится. Ох ты ж, ежик. Парочка гейтов на месте. Ну что, хату самое время поставить? Да пул надо ставить. Санки надо ставить. Надо что-то делать. Видишь, нету гейтов. Надо искать у себя. Надо обязательно искать. Не нашел гейты. Ну, ищи же. Ищи же. Сейчас не до хаты. Вообще не до хаты. Ой-ой-ой. А мы еще халявим. У нас хата до пула. Хата до пула. Хата до пула. Могут нагнуть. Ой, могут нагнуть сейчас. Сейчас Квайн в саплай-блок попадет. Я прям вангую, как он попадает в саплай-блок. Два зелка бущены. Отлично же ж есть. Пул ставится. Ну и что, и отобьется? Неужели апгрейд отобьется? А? Может быть такое вообще? Такое бывает? Зелочек выходит. Ой, надо было сразу атаковать. Чего тут? Ничего нету. Нужно же знать, что происходит у соперника. Отправил бы пробочки, прокатился бы вот здесь, вот увидел бы, что тут вот только газ заварился, пула еще нет. Уже надо... Ой, ну еще и саплай-блок. Исполнение ниже. Ниже всего, что только можно придумать. Нужно ставить пилон где-то, реагировать. Ну что такое? Как так можно-то, а? Квант, квант, дружище, ну, крабита. Все, едет нарезать. Почему пробка впереди? Непонятно, но пробка впереди. Так, так, так. И вот саночки сразу появляются. Конечно, логично. Да не надо отвлекаться на эти санки всем вместе. Это зачем? Ой-ой-ой. Одного вниз, остальные пилят хату. Саплай-блок снимаем. Бустим, режем. Убиваем, громим. Так, тут санка встанет. Ну вот видишь, наверху-то порежет. Внизу-то нет. И нужно пул резать на самом деле. Ой-ой-ой-ой. Пул порезал, собак не будет. Не то режет, не то режет. Да, ну окей. Играем, 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 играем. Плеточник уже есть, еще плеточник есть. Газа там нету, не хватает. Не хватает кванту мультитаска, ну и ладно. Нету. Нету у тебя там газа, это плохо. А тут уже квина есть. Ну, квину, конечно, придется отдать. Можно было фаржу поставить, можно было еще что-то поставить. Что, пул-то не убили? О-хо-хонюшки. Ну, конечно, квина важнее. Пул, сейчас собаки прибегут. И побегут прям забегать. Прям на мейн побегут забегать собаки, если они появятся. Есть в заказе собаки-то? Нет, пока так уплетки. Ну что, нет, ну вот, да. Безумства не хватает на то, чтобы пул убрать, а тут уже плеточка и, конечно, отбивал его с рабами. Три плеточки. Ой, зелоты не знают, кого им убивать. Зелоты занимаются чем-то очень странным. Контроля никакого нету. Хай, мы сейчас увидим проваленный 2 гейт пуш. Так, ну что тут? Поставлен ассимилятор, поставлен пилон, поставлены гейты. Чё по рабочим? 13-14, опачки. Вот так вот. Мы пушили-пушили и не пропушили. Ха-ха, апгрейд, дружище, зачем тебе? Зачем тебе второй пул? Ты думаешь, тебе его все-таки спилят первый? Ну, возможно, это правильно, конечно, да. Возможно, спилят, но... да. Ну, что тут прокомментируешь еще? Тут что-то ставится, что-то отменяется. Гейты добавляются. Фаржа поставлена. Да тут нужно...
почему форжата не в застройке? Боже мой, надо застраиваться здесь, да, вот правильно, кибернеточку ставить. И гейточек надо было туда ставить, а то сейчас собаки прибегут, начнут унижать. А тут вообще не собаки, а очень даже рачи придут, поэтому это, кстати, очень верное решение, поставить рачайник, мне кажется. Чтобы спилить вот всю вот эту дрянь, которая ничего из себя не представляет. Ну и перевестись, перевестись на газ, конечно, да, правильно, нормально, хорошо. Хорошо, вот это надо было сделать сразу же, как только пробежал мимо пробочки. Вот дрон геройский сейчас будет тут спиливать, не спилит. Так, ну тут нужно будет... Ой, нужно заказывать кибернетическое ядро, сразу бустить его, естественно, сразу бустить. Сколько минералов? Чего не заказать-то двух зелотов? Чтобы они не дали сгрызть этот пилон. Непонятно. Тут уже и сталкера можно заказать, веселого, бодрого. Газ-то есть? Есть газ? Есть. Но тут квант занят другим, он защищает базу, все нормально. Все хорошо. База должна быть в неприкосновенности. Мазеркоры нужно делать. В какой-то момент. Собаки бегут спиливать. Ой, будут потеряны. Да пилон надо пилить. Че гейты-то пилить? Сейчас они откроются и как начнут варпать. Вот смешно будет. Пилон надо спилить, конечно. Конечно. Что у протоса самое слабое? Пилона, конечно же. Убил рабов, убил пилона, считай, выиграл. Кванта тут. Сейф. Сейф мод. Сентрик. Сталкер. Все нормально. Тем временем поставлена хата. Ну, уже можно рачей заказывать. Ага, кора там в заказе сейчас доделается. Тулмарка. Все, чики-пуки. Надо брызгать, надо заказывать. Все, собаки доели, красавицы. Твайлайт. О, Твайлайт. Твайлайт от Кванта. Логично. Хотя обычно, когда играют всякие двухгейтовые пуши или фотонят, ставят никакой не Твайлайт, а очень даже Старгейт. Ну, нужно понимать, что, скорее всего, здесь будут рачи, которые придут тебя ломать. И вот грелочка будет очень кстати. А дарки очень, может быть, что и не кстати. Ну, не блин же ты будешь там делать, правда? Фенечка полетела разведать. Сейчас она нам расскажет. Квину, кстати, да, вот. Нормально. Надо брызгать, брызгать. Брызгать в первую очередь надо. Хорошие брызги — это основа нашей зерговской экономики. Больше брызгов, больше рабов, больше брызгов, больше армии, больше брызгов, больше брызгов, больше брызгов. Такие дела. Пробка едет ставить пилон. Палится на зелнаге. А-а-а! Тут собаки должны съесть. Надо реагировать на миникарту, посматривать, посматривать. Зергу очень важно смотреть на миникарту. Ему дан близами огромный вижен, с помощью которого можно видеть вообще все, что происходит. Он просто все, что происходит, можно видеть. Поэтому самое главное для зерга, после того, как он научится брызгать и правильно подбирать состав армии, это еще смотреть на карту. Ну, пробка приехала отдаться. Классная пробка, молодец. Сталкерочки тут поставлены. Что там, блинк делается? Блинк, не Твайлайт, надо же. И что же мы будем делать здесь с блинком этими смешными парнями? Собаки со скоростью прибегают. Так. Рачи. Тут релипоинт можно было поставить куда-нибудь сюда уже, мне кажется. Вот я говорю, у нас будет неподдельное удовольствие смотреть вот эти игры. Это классно. Это классно, когда люди так... Ну, забавно смотреть на вот эти... С одной стороны ошибки, а с другой стороны ведь это не просто ошибки, это результат принятия решений, то есть игроки принимают какие-то решения по игре, они не просто механически что-то исполняют. Вот еще одна пробка пошла отдаться, она, наверное, по ралипоинту идет, да? Нет? Нет, просто пробежать мимо. И тут выход, да, вот тут она пилон, конечно, поехала ставить, и обходит собак аккуратненько, так аккуратненько, тихонечко, сталкеры идут, тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Не будем им мешать. Пилончик ставится, все нормально. И не видят его. О, вот-вот-вот, так бывает. Сталкерочки по дальней траектории идут, зелнаги обходят. Ну, думают, что обходят.
Сейчас спалятся. Вот они, вот они, вот они. Видно их? Видно их. Надо реагировать. Нужна реакция. Где масс-заказ рачей-то у нас? Где вообще рачи? Где они? Возвращает армию апгрейд. А тут блинковые сталкеры. Блинк уже готов. Ух, прыгают. Зачем? Почему мне обойти-то было? И начинается убийство. Квина первая погибает, вторая спасается. Рачи на муве, надо через атаку их посылать. Так, 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 пошла жара. Ну, надо контролить. Не нужно всех сталкеров назад отводить. Только Коцанова аккуратненько щелкнул и кликнул. Б и назад. Так лучше сконтролишь. А где варп? Где варп? Нужен варп. Что у нас? Гитлит открыто, а варпа нету. Как так? Что такое? Уч! Что-то не получилось. 1-0. В пользу апгрейда. Прикольно. Дабл фейл в одной игре. Ну ничего, апгрейд молодец. Отбился. Не совсем так, как хотелось бы это видеть, но отбился клево. Чё. Мне понравилось. Так. Давайте вторую игру смотреть. Я уверен, мы получим больше удовольствия. Напоминаю, что мы сегодня смотрим реплейки турнира ВТВ-2 по ходсу, стенка на стенку. Это самая первая группа начинающих парней. Это бронза и серебро, которые играют друг с другом, чтобы выяснить, какая же раса в бронзе и серебре сильнее. Ну вот видим, что сейчас зерги доминируют в этом матче. И будем смотреть дальше на Ионсу, ПВЗ. Все классно. Серебряный апгрейд против бронзового Кванта. И мы смотрим. Сверху зерг, снизу протос. Если вы играете этот турнирчик и хотите, чтобы ваши репки были посмотрены, непременно напишите в комментах. Мы обязательно посмотрим. Если вам понравится стрим, не забудьте подписаться на каналчик, если вы еще не подписались, хотя бы на твичевый. Напоминаю, что все свои стримы я нарезаю и выкладываю на ютубе, так что если кому-то интересно, можно будет посмотреть и там. Тем временем. Тем временем Квант задумывает сыграть, наверное, без часов, но точно мы об этом узнаем, когда он поставит гейт или фаржу. Ну, не знаю. Вот этот девятый пилон, который мы сейчас увидели, он такой очень бронзовый. Ну, это человек либо очень наглый, либо очень самонадеянный. Ну, я не хочу использовать слово глупый. Все-таки человек-то хороший, скорее всего. Но, как игрок, Протос, наверное, мог бы поставить пилон и вот куда-нибудь сюда. Чтобы сделать застроечку, поставить зелочка в стеночку. И как-то жить. Тем более, ты ставишь гейт. То есть, прятать ты его не надо, чего, вот. Гейт. Ну, гейт и гейт. Сейчас вот к тебе 10-й пул прибежит. По результатам разведки. 10-й уже, конечно, нет, но... Ранний пул какой-нибудь сейчас в собак закажется. Пул до хаты, а не хата до пула. И прибежит толпа этих спидлингов. Чем ты будешь отбиваться, а? Ну, тут... Хата до пула... Макроопенинг. Дрончик все разведал, остался жив. Тут гейт, два газа. Все нормально. Но только не посмотрел, сколько рабочих будет на газу. Ну, естественно, это протосовская стандартная тема. 4. Так, ну и что там насчет 16-го пилона поставить? 16-й пилон у нас 17-й, немножечко с правтыком. И кибернеточка. Окей. Так, апгрейд не спешит с пулом. Пул тоже такой 18-й, глубоко 18-й. Хорошо. Ну и овер контролит карту. Вообще, первого овера я бы оставлял где-нибудь над натуралом, честное слово. Спокойнее было бы. По крайней мере, ты бы точно знал, что тебя там не фотонят, тудым-сюдым. И ты спокойно спасешься. Ну, в общем, я считаю, что вот такая застройка от Протоса, точнее, такое расположение зданий, это слабость Протоса в данном случае. Особенно, если в ближайшее время не будет заказан Мазершипкор и Сендрик. Ну, чтобы хоть как-то здесь что-то заткнуть, хотя тут, ну, трудно будет заткнуть. Тем временем Старгейт, ну надо же. Вот это вот вообще неожиданно. Но интересно. Неожиданно, но интересно. Аверочек там залетит, я надеюсь, в какой-то момент и увидит то, что там Старгейт стоит.
Зелочек тоже стоит, ну, так вот. Ну, это до тех пор, пока здесь какой-нибудь бесявый хаты не накажет, тут воткнет сюда зерка хату тебе, а ты ее и не увидишь, потому что не контролируешь свой мейн, а мейн контролировать надо. А другой протос тебя вот здесь вот будет фотонить весело, тоже не увидишь никогда, потому что нужно контролировать свой мейн. Зелочек должен куда-нибудь отбежать. Ну и вообще, конечно, застройка, она полезна. На первых порах. Скорость лингом тем временем заказана, и рачатник ставится у апгрейда. Я надеюсь, он меня простит за то, что я тут больше протосу рассказываю. Я, на самом деле, тот еще протос. Вот. Мало я петрю в обеих расах, но на уровне бронзы-серебра что-то подсказать, наверное, все-таки смогу. Мазершипкоры, что там в заказе? Ага, понятно. И тут будет тяжеленько, если сейчас этот оракул-то прилетит. Там уже робо ставится. Ну, вообще красота неимоверная. И феникс в заказе. Сейчас про феникса не понял. А, понял про феникса, все ясно. Оракул уже улетел, феникс в заказе, почистить оверов. Ну, нормальная тема, чего нет. Происходит залет. Так, реакции нету никакой. И пошло нарезалово. Ой, ну не надо драться с квинами. Нужно аккуратно контролиться. Что такое волнение какое-то? Режь себе да режь. Да режь себе да режь. Вот так-то, да. Энергия кончилась, улетел. Пошел щиты восстановить. Все такое. Вот отдавать оракла не надо было совсем. То есть я понимаю, что смотрел куда-то в другое место наш герой. Ну, вообще непонятно, куда он. Ты куда смотришь? Ага, понятно, там собака стоит напротив твоей армии, тебе пофиг. Это плохо, нельзя игнорировать собак, это вредно, потому что вот там еще рачи бегут. И еще тут дроны переводятся, но это фигня. Собака все-таки умерла. Ай, какая глупая смерть. И Мортал делается. Ух ты ж. Так-так-так. Ну-ну-ну. Такие предварительные ласки от апгрейда. Так. Пришел, отдал парочку собак, все понял. Все понял. Надо добавить эволюшены, на самом деле. Я не вижу причины эволюшены не добавлять. Нужно качать газы. Я, опять же, не вижу причины не качать газы. И вообще сейчас не нужно пушить. Нифига здесь, мне кажется. Потому что вот эти феньки, они могут здорово навредить рачам, если они просто так здесь остаются. Вот они, собственно, и вредят с удовольствием. Некс отменен довольно-таки верно. Сентрика нет, у меня это удивляет. Он бы пригодился. Но это такой... Иммортал и феньковый. Видимо, алым. Как это считает Квант. Ну, апгрейд собирает здесь парней. Так, ну что там? Там бы вообще, да, подумать о муте, наверное. Или о гидролисках, о чем-нибудь таком. Подумать неплохо бы. На газы все переведено, все нормально. Ой, даже уже немножечко много рабов становится. На натурале надо третью ставить. Саплай блок у зерга. Не очень, кстати, прямо скажем. Так. Ну, феньки делают то, ради чего они здесь, собственно, собрались. Они вырезают, нарезают. На мейне странная группа товарищей собралась. Варп-то будет кто-то вообще, чего-то нет? Довольно странно, что протос не варпает, потому что варпать надо. Так, феньки делают очередной круг. Ну, они нарезают медленнее, чем развешиваются оверы. Вот, варп пошел. Но за это время можно было 9 сталкеров наварпать. Наварпано только 3. Ой, зелок раскаятился, надо же. Раскаятился и раскаялся. А оверы так кончатся, пока мута не будет.
Деньги есть, можно уже поставить шпиль, мне кажется. В этом есть некоторая польза. Можно и третью поставить, потому что, опять же, деньги есть. Есть деньги, ставь, делай что-нибудь. Ой, квину надо отжать, было отжать квину-то. Ну ладно. Нет и нет, ну вот хат ставится. Там макро-хата ставится. И гидра будет, не мута, а гидра. Гидра роучи, в принципе, вполне себе. Почему нет эволюшенов? Ответ я, наверное, не узнаю. Я думаю, что ответ будет банальным. Завтыкал. Плюс один на атаку делает Протос. Да ежишь. Надо пилон только добавлять, потому что сейчас некуда будет армию вонзать. Это, кстати, касается обоих, но зерк нормально добавляет оверов. В пачках по 4 штуки. Ну что, есть лишние деньги, сделай оверов, если не хочешь армию. Прыскать не забывай, только квинов добавить. Если делаешь прокси-хату, там добавь квинов. Делай грейды. Надо делать грейды. Надо качать газ. Работать. Все должны работать. Не позволяй душе лениться. Уже можно было сделать скорость овером, кстати. Так, хохмудля. И я не понимаю, почему нету гидры в заказе. Вот она бы очень пригодилась. Тем временем там колосятня ставится. Протоса. Что по лимиту у нас? Лимит такой. Зергу на оклик. А должен быть Протос на отклик. И тоже странно, зерк отказался от какого-то активного использования своего старгита. Хотя тут бы грелочек добавить, было бы нормально. Сразу бы стало веселее. Где гидра-то? Гидроден поставлен, гидры нету. Почему? Вот она. 6 штук, 7 штук, 8, 9, 10. Нормально, с гидрой все в порядке. Я просто требовал гидру, и она появилась. Возможно, в оригинальной игре ее и не было. Шутка. Ну и надо идти убивать, конечно. Тут вариантов нет. Разведки нету того, что там у Протоса делается. Если бы разведка была, стало бы понятно, что убить Протоса можно и нужно. Нужно морфануться в Оверсира. Просто потому, что встретишь вот этой прекрасной пачкой товарищей. 4 дарков, они ее секунд за 20 разберут. О, смотрите-ка. Работает эта магия Старкрафта. Работает. Здесь какая-то летучка. Да есть эволюшн это, а? Крипа много налито. Вот я бы с крипом немножечко повременил бы, а вот о важных зданиях не забывал бы. В этом был бы кайф. Добавить рабочих на газ. Газа, кстати, не дофига, а газовые юниты делаются, и газовые грейды будут делаться. Так что газ очень важен. Это чё, это куда? Ребята, вы зачем? То есть они посовещались и решили, что, пожалуй, улетят отсюда. Это дроп будет, видимо, да? Сумки у нас сделаны, отделались сумки. Сумки. Я сумок не заметил. Или они просто повисеть вышли здесь отдаться, подумали они. Сейчас как раз фениксы прилетят и нас всех пощелкают. Тут какая-то хрень прилетала, но отдалась. Апгрейд готовит 200 лимита, я это чувствую. Я это чувствую. Я прям вижу, как здесь хопа 200 лимита будет и атака. Или все-таки не вытерпит. Это как новогодние подарки открывать до Нового года. Их там 31 числа утром под елочку положат, а ты хопа вечером в обед где-нибудь уже смотришь там что-то. Где там конфеты? Еще что-нибудь. Какие-нибудь новогодние грейды новые. Ну все, 200 саплаев есть, сейчас уже будет все. Сейчас уже будет все. Ни одного сентрика, ну надо же, а. Че Протос делает? Чем он занимается? Нет, ну я понимаю, что у него тут патрулируют. 4 феньки, все, 200 лимита. Вот так, братья, держитесь, сейчас он убьет его. Вот это нафига прилетел, я не знаю. Но он прилетел, видимо, здесь его легче будет защитить, вот эту гапшу оверов. Давай, апгрейд. Ха-ха, там есть парочка кокосов.
Ой, ой. Ага. Квант удивился чему-то. Да, чему там удивляться. Фотон оверчардж врубай. Врубай фотон оверчардж. Нет? О, о, норм. Опс, там прилетел, испугался, отдался. Все нормально. Ну, нужно, да, вот так вот держаться тут как-то теперь. Как-то держаться не очень понятно по такому крипу. Еще один кокос. Надо бустить его. А он не бустится. Ну, то есть это, конечно, не поможет. Потому что... Кстати, по грейдам Протус обгоняет. 2-1 против 1-1 Терана. Ой, Терана, господи, Зерга, конечно. Зерга. Чего ждет апгрейд, интересно? Давайте подумаем. Грейдов 2-2. Может быть. Какого-то лучшего момента. А вот что он ждет. Он ждет сумки. Господи, откликом надо было убить. Ну ладно. Нет. Нужно красиво. Важно, чтобы красота. Вот так вот по частям немножечко поддаваться. Показать свою слабость. Конечно. И уже потом загрузиться в супки, тропнуться. А скорость там сделан овером, кстати. Вроде бы да. Так, да, слить немножечко собак. Нам нужен более сильный лимит, конечно. И Квант подумал, что вот он шанс, надо выйти и атаковать. И выходит, и атакует. Кстати, грамотные филды здесь могли бы здорово изменить ход встречи. Просто своим выходом он испортил вообще всю малину. Не будет нам дропа. Будет GG. Ну, молодец, чего я могу сказать. Зерк. Привет, аккордик. Да, я понял, понял, это... Все, все, я раздуплил, конечно, отвлечь внимание. Так, я на секунду в чатике. Повтор давишний. Так, значит, ребятки, что надо сделать, чтобы принять участие? Могу рассказать, если там еще осталась регистрация, сейчас я вам скину ссылочку. Это не проблема. Но, может быть, регистрация закрыта. Но этот турнир, он проходит вообще довольно часто. Сейчас, подождите, пожалуйста, одну минуточку. Повтор вчерашний, по-моему. Повтор свежий. Так. Ссылочка в наличии. Ну, вот там смотри. В принципе, все. Все есть. Вся конкретика. Так. Малефик и Вандерер. Хорошо. Вандерер, привет. Малефик, привет. Аккорд, привет. Всем привет. Так, но сначала мы смотрим ТВЗ. ТВЗ Вандерер против... Вандерер против апгрейда. Да какая разница там, после 15-го, не после 15-го. Ну, может и неоправданно, конечно, да, но а чего, все со всеми играют, все нормально, это же не личное первенство. Так что, ну, это все на админские плечи ляжет, админы у нас довольно-таки либеральные. Так, Вандерер апгрейд, мы смотрим. Сначала я их качаю, потом мы их смотрим. Так. О, есть. Тут было противостояние, три игры, это значит, что... В какой-то момент был счет 1-1. Окей. Давайте смотреть. Я буду болеть за Терана, а вы можете болеть за Зерга, если есть такое желание. Так, ну и опять-таки я моментально гляну последний раз в чатик и следующий раз после первой реплейки.
Пожалуйста, пожалуйста, всегда присоединяйся. Там у нас хорошая компания, ребятки играют. Ни в чем себе не отказывай. Музыка из героев третьих, четвертых, пятых, смесь. Ну, Малефик я нарежу и оставлю тебе, посмотришь потом. Крузер пишет, что он пишет. ЗВП в прямом эфире. Да, хочу постримить. Давайте посмотрим. Кстати, ЗВП, если аккордик здесь, ты можешь мне позвонить. Давай посмотрим вместе. А потом уже репки. Тоже вариант, по-моему, норм. Окей. Так, ну я тогда смотрю репки, а как только там ребята будут готовы, мы будем смотреть что-нибудь онлайн. Так, итак, Вандерер Апгрейд. Первая игра на Старстейшене, поехали. Это уже серебро, как вы видите. Вандерер, кстати, тоже стримит этот турнир. Я думаю, что он стримил эту игру, и это, конечно, всегда непросто. Одновременно и болтать, и играть, особенно когда ты в серебре, а не в мастер-лиге. Тут, конечно, все понятно. Ну, смотрим, что ребята выберут. Окей. Так, ну что? Что Вандерер выберет? Он уже что-то играл, я уже даже что-то смотрел, но, откровенно говоря, про стиль игрока Вандерера я не знаю ничего. Но я думаю, что мы скоро все узнаем, все увидим. Застроечка. Застроечка, это логично. Против зерга. Ну, вопросов-то сколько там? Рипер, не рипер? Био или мех? Одна база или три? Так, ну, дрончик заплывает. Дрончик разведует. Тут газ. Газ такой 12-й из себя весь, немножечко запоздавший. Но там чего-то, видимо, завтык какой-то с рабами был. Судя по тому, что 15 рабов у апгрейда и 13 у Вандерера. Ну, значит, будет рипер. Опять же, не очень пока ясно, 2 или 1. Ранняя хата от Вандерера, понятная халява. Главное не завтыкать с пулом, чтобы квины вовремя появились, отбивать этих самых риперов. Окей, окей. Давайте чуть тогда ускоримся, раз ребята ждут. Тем более, тут в ближайшее время ничего не произойдет. Рипер заказывается, ЦЦ-ха морфится. ЦЦ наверху. Я не уверен, что это оправдано. Надо застройку, кстати, не забывать доделывать. Ну и тем временем Рипер выходит. Этот момент уже будем смотреть в нормальной скорости. Более или менее. Бэм-бэм-бэм. Ну это лучшее использование Рипера, которое я когда-либо видел. Безусловно. Так, забегает. Квины две штуки в заказе. Сейчас уже будут заказаны. Можно было не срывать всех рабочих. Нет никакого смысла катать всех рабочих. Зачем? Нужно просто делать из рабочего санку. И таким образом контролить. Так, второй рипер заказа не был. Там все глубоко по стандарту. И вот этот рипер не должен был ни в коем случае отдаться. Нетрудно объяснить почему, потому что этот рипер нужен для того, чтобы помогать Гелионам контролировать крип, ведь ты же будешь контролировать крип. Тут сложный, очень сложный перелет. Он осуществлен, аллилуйя.
Все нормально, застройки нету. Два бункера. Вот интересно, что подвигло поставить два бункера, я не могу сказать. Ну, кроме желания потратить 100 ресурсов, просто ведь по такому билду некого сажать в два бункера. Ну, просто реально нету пехоты, которую туда можно посадить. Зачем? Непонятно. Гелионы в заказе, тем временем скорость лингом заказывается у апгрейда, но он будет катать свою макро и катать, пока он катается. Это понятно, в 4 квины. Ну, пока в 3 почему-то. На газ. Газ поставил. Строй газ. Добывай. Ну, застройка такая божественная, конечно, да. Гелионов, к сожалению, нельзя посадить в бункеры. И будет один мародер на два бункера. Вот что интересно. Сейчас перелет произойдет. Заказ нулевой у Вандерера. Это не очень хорошо. Ну, то есть, вообще с заказом проблема. Армию надо заказывать, гелионов нужно больше. Ну, законтроливается человек. Понятно, все ясно. Третий бункер это вообще что-то эпическое. Тут я вообще не готов прокомментировать. Зачем так много? Ну, вот правда, зачем так много, особенно если тут никто в них не сядет. Фэктори простаивает, это плохо. Давайте я посмотрю на терновские бинды. А, не посмотрю. Здесь не посмотреть. Ну ладно, неважно. КСМ-ок много спит, тут ЦЦ-ху нужно перевести. Ну, в общем, что-то такое угористическое происходит в данной игре. Давайте ускоримся, а то там 20 минут удовольствия. Так, тут гелионы заезжают. Гелион видит, что третьей нету. Какое решение принято? Немножечко пожечь крип и отдаться. Правильно, все верно. Так, баньша. Баньша, 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 баньша. Пошла, 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 пошла. Тут встреча на Зелнаге закончилась победой собак, насколько я понимаю. Баньша тем временем взлетает по длинной такой дуге. По длинной. Так, ну что, и ждут ее там спорки-то уже? Пока нет! Макрохата ждет, а спорок пока нет. Ну-ну-ну, интересно. А заказ такой уже стал нормальный. Мины, пехота, баньша, все уже в порядке. ЦЦХ перелетела, газа пока нету. Рабочих пока мало. Давайте посмотрим, что там у нас по армии рабочим. Ну, все нормально, у зерга больше. Рабочих примерно равные армии. Все, баньша зависла. Баньша будет висеть здесь. Баньша будет висеть здесь. Так, ну плюс о нем еще немного, потому что экшон это не происходит пока. Пока происходит такой Син-Сити, который мы можем смотреть по продакшену. Тут вот Баньша чистит Зелнаги. Норм. Все в порядке. То есть таким образом мы спалили то, что у нас есть Баньша. И тут вот тут теперь точно спорки поставят. Ну, ты делаешь большую, не пали ты ее, пока на базу не прилетел. Там уже что-то делай. Как-то что-то. Много. Много бараков. Тут викинг. Полетит, наверное, сейчас что-нибудь уничтожать. Банши пытаются спилить хату. Сейчас отдадутся. Так, нужно очень аккуратненько под спорочку, как-то спорочкой сделать, да, и под спорочку. Ой, Квина умерла, надо же ее лечить, ты что? Оп. 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 Оп, 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 оп. Ай. Неужели выживут? Вот это божественный контроль сейчас был. И кончился. Эх, ушла. Ушла в мир иной баншечка. А тут викинг висит. Окей. Так, ну что, не балуют нас игроки экшеном. Вообще нас игроки не балуют. Ну, мы досмотрим все равно, ребята. Тут нельзя не досмотреть, потому что тут вот уже выход с собаками, вот уже гидролизки. Вот уже все есть, и тут нужно наламываться. Третья стоит, макрохата стоит. У Терна, я так понимаю, третья даже в проекте нету. Это плохо. Мин надо закапывать. Если уж они есть. Бейлинги заморфлены. Бейлинги, правда, без скорости, что довольно странно. К 14 минуте. 14 минут. Викинг возвращается. Он летал, он испугался. Он был в аду. И он вернулся.
Бункеры разрушены. Но самое время, конечно, избавиться от бункеров, в которых никого, считай, не было. Видимо, нужны были деньги. Теперь кратко о деньгах. Состояние счетов Терн на данный момент 2700 минералов, 800 газа. Что нужно делать с этими деньгами? Тратить, сделать щиты, сделать стимпак, сделать грейды, что-нибудь сделать с этой пехотой. 15 минут уже прошло. Ну что это такое, а? Ты же в серебре. Ты же мужик. Играй. А тут дроп. То, что не удалось реализовать в прошлой игре, реализуется в этой. Дроп. Огромное количество оверов летит и везет в себе смерть. Ничего, не очень зловеще, все нормально? Ну, хорошо. Некое гободейство происходит. Ой, сейчас дроп встретится с этой армией. Тут нужно очень аккуратно. Размикрить будет. Ух ты. Ух ты, пехоту прожать. А, стимпак-то не прожать, его же нету. Но можно и так убивать. Бросай их, пусть они умрут. Какая хорошая штука бейлинги, да? Ты их дропаешь, они сразу взрываются, и все. И капец. Я надеюсь, атака будет продолжена. Атака должна быть, просто обязательно продолжена. Мины. Мины закапываются там, куда... Там, куда зерк точно не пойдет. Тут, кстати, была третья. Оказывается. Незаметно для пацанов встала под шумок. Ну, очень сложная макроигра, я не заметил, извините. Сварм хосты. Вот это поворот. Сварм хосты сейчас отдадутся. Вот это будет второй поворот. Мина вошла отлично в своих, в чужих. Сварм хосты отдались блистательно. Ой, ну это плохо, конечно, было сейчас. Ну, очевидно, да, что пехоте не хватило стимпака и грейда, так бы она сейчас здесь уже зарешала бы. А так не зарешала. А то так дотекание бежит, отдастся на пехоте. Классно прибежала. Нет, было эпично, а чё? Бедный мародер, его разорвали собаки на части, и второго. Ну, всему приходит конец, понятное дело, несколько сварбхостов все-таки закопано. И тут вот эти вот ребята, они ждут, когда их убьют хоть кто-нибудь. Еще свармхосты, еще гидролиски. Давай же апгрейд. Покажи нам класс. Плюс 2 на атаку заказано. Стимпак-то есть у пехоты? Есть стимпак. Фугасов нету. Ладно, не важно же. Все не так важно. Примерно, кстати, равные лимиты. Сейчас мина сыграет. Зря разрядилась вообще ни во что. И сейчас, видимо, будет дроп на сварм хостов. И отдастся. Хитрая гидра спряталась под оверами. F1 на клик сейчас нужно сделать зергу. Это сложная комбинация клавиш. Нужно использовать. Так, тут уже никто не добывает. Все нормально, все в порядке. Или F2, что у нас там выбирают всю армию? Склероз. Ну ладно. Давайте ускорим немножечко этих свармхостов. Они будут портить базу. Они будут разминировать мины. И тут забежит дотекание. Наконец-таки, ой, мины не закопаются. Все понятно, все хорошо. Так, бум-бум-бум. Бам-бам-бам. Мина стрельнула, всем пофиг. Ну все, собаки набегают. ГГ, Вандерер. Все, окей. Отличная игра, я считаю. Так. Все, первую игру посмотрели, можно звать. Я быстренько в чат. А, ну Вандерер стримил, понятно.
Так, ну я звоню тогда, звоню, 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 звоню. Звоню Аккорду. Если вспомню пароль от скайпа. Могу не вспомнить. Есть такой грешок за мной. Вот сейчас вспомнил. Так. Позвоним Аккорду. Так, батлкрузера-то нету пока что. Да, привет. Ну что, мы ждем тут батлкрузера, которого пока нету. А, вот он уже. То есть они уже готовы играть, Ну, вроде как да. Ну, мы все заканчиваем. Тут 2 на 2 играл. По флану. Вы выиграли же? Ну да, тут такие ребята. Один масс большой, а другой гидробейлингов сыграл. Напиши мне пока. А, хотя можно, наверное, и не писать. Ну ладно, я тебе предложу просто в игру. Ну да. Все увидим. Или ты хочешь сказать, чтобы я тебе дал этот Да, я хотел, чтобы ты персонажа? мне его дал, но я его и так ведь увижу. Чего я буду париться? Так, я пока в чатик залезу, почитаю. Давай-давай-давай. Ну, всякие тут товарищи плохие ребята не хотят ливать из игры. Хотя мы его выиграли. Это старая мода стримеров, кстати, Вандерер спрашивает про музыку. Да нет, музыка, кстати, точно из героев. Да, мне казалось, что действительно из этих, какого, из пиратов, корсаров каких-то Карибского моря А там. там просто один и тот же композитор и для тех, и для других писал музыку, и она, в общем-то, схожая. Какие дела. Так. Так, ну тогда я сейчас с Вандером там скайп попрощаюсь и присоединяюсь, окей? Так, как же мне тут поставить-то? F2, а не F1, конечно. Это понятно. Так, все, принимаем. Сейчас, секунду. Так, тут надо порекомендовать. Да, мы можем разобрать, почему нет? Нам только дай. Так, ну все, аккорд звонил, значит, можно звонить ему, да? Ага. Да, все тут. Ну окей, сейчас ты уже в игре, все окей, мы А я ждем. через себя могу прыгать прям. Ну, тем более. Так, артмания это платина, артмания это зерк. Ну, на самом деле, артмания алмазником был. Да все мы были кем-то другими. Ну да, ну я к тому, что платина не такая, что вот только сейчас я вышел в платину, я такой ля-ля. Я так понимаю. Ну, посмотрим. Вот. Ну, Battlecruiser это золото. Все окей, Которая смотрим. нагнул Кузьмича недавно. Буквально прям. Вот. Вандерер говорит, что тебя не слышно, но тут будет не слышно, к сожалению. Я могу музыку убавить. Но вот А ты меня в скайпе прибавить. слышишь громко, наверное, Я тебя в скайпе слышу более чем громко. Так, я вот. Хотя музыку тут уже вообще некуда убавлять. да? Интересно, как же сделать? Может быть, где-то. Да нет, пишут, что уже лучше. Раз лучше, то хорошо. Так-так-так-так-так. Ой, вчера что-то Тихий подумал спрашивает, такое. можно ли вапсы? Смотри на стриме. Ну, я свой не буду запускать. Мне нужен. Просто Так, ну они что, жалуют, меня не слышат. мы готовы вроде как. Если я прибавлю вот так, меня будет громко слышно, да? Ну, я просто говорю, звук убавлю, ты говори. Да? Ну вот, как вам так слышно, нет, товарищи? Я надеюсь, что уже прояснилось в головах и все стало лучше.
Во, нормально говорят вообще. Ну и отлично, нормально, это хорошо. Это то, что Так, нам так, надо. так. Во. Все, Все. поехали. Кто-то что-то просил разобрать, я слышал, да? Да, что-то просили разобрать, мы постараемся это сделать. Без проблем. Так, ну что, первая игра на Так, морозе, это что? большая О, ужас. карта. Большая карта. Для зерков хорошая, тут можно забегать весело. Для протосов хорошая, тут можно пилоны прятать. Да, это верно. В общем, делай, что хочешь. Ну, выводы о батлкрузере я сделал такие интересные для себя. По крайней мере, я точно понял, как он играет с тиранами и на что пытается давить, прессинговать, на чем пытается их подловить, но как с зергами, интересно. Зарулит ли быстрые штормы, либо будет что-то двухбазовое отыграно. Это мы сейчас посмотрим. Но артмани тоже не так просто, и проблемы у него начинаются, как правило, в глубоком лейте, когда уже копятся ресурсы и что-то идет не так. А до этого вполне четко играет и любопытно себя ведет. Интересно посмотреть. Так, ну у нас кросс респы пока. Собственно, так оно и останется. Почему, собственно, пока? Ждем. Ждем опенеров. Подмикивает рабами. Артмани вполне здорово. Уже показатель того, что не лентяйничает Так, ну вот Артмани поехал делать застройку на натурале. Но это вот, кстати, для тех, кто... Батлкрузер, да. Артмани не может сделать застройку на натурале пока. Не может. Потом при желании можно исполнить. Батлкрузер, да. Ну, уже намекает на макро, так скажем, с разведкой ему не повезло. Бывает. Ну, не повезло и Артмане, собственно говоря. Со второго тык найдет. Это точно. Хотя бывают люди, которые после этого едут еще и на кросс. И по кроссу. Ну вот этого Артмане, наверное, все-таки оставит. Оставит над натуралом. Ну, это да, это стандарт обязательно. Да, вот это правильно. Смотрите, бронзовые протосы. Тут все пока правильно. И бронзовые зерги, смотрите, тоже. Это мне кажется, что пилон немножечко близко поставлен. Ну, конечно, Нексу-то не помешает, Ну, он но не... вот Ну, как-то. такой... Нексу не помешает, самое главное, остальное не так важно. Посмотрим, как там застроечку, посмотрим. Это Артмани, между прочим, 15-ю хату мы видим. Ну, это можно объяснить тем, что вряд ли тут будут фотонить. Может быть, изучил своего напарника, соперника, который приезжает, видит хату и, наверное, понимает, что здесь пул. Пула нету, точнее. Приезжает, ставит два гейта вот где-нибудь в районе третьей базы и потом нагибает. Ну, Артмани не парится, Ну, подрывает побочку. удивительно, что туда никто не съездил и не посмотрел. Стоило бы это сделать, потому что, ну, в общем, могло по-всякому получиться, прямо скажем. Ну, тем временем также Nexus First от Протоса и Форжа потом. Да, Nexus Так что Forge. зафотонивания не будет. Возможно, на третий будет этот сюрприз, если она будет поставлена вот здесь. Вот очень любит Протоса наверху расположить пилончик и пару фотоночек. Очень бесяво напрягает. Ну, естественно, Но, да. Потому как что правило, там поставить... овер вешают люди, которые играли. Я Ну, думаю, это, кстати, не что нет. третий, это, кстати, четвертый. Третий обычно вот пониже ставят. Да, я вот, кстати, всегда третью ставлю там почему-то. Ну, слушай, до нее далеко бежать. А, Хотя до этой опять не дальше? и до этой далеко бежать. Ну вот сейчас посмотрим, 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 посмотрим. Пилончика там нет. Ну Пилончик окей, будет наверху, вот видишь, там уже стоит. застройка нормальная, тут вот правда. Этот пилон нужно не забыть застроить. И пробка такая, она стоит. Мне кажется, будет, да, будет пилон. Ну, фотоночка отменилась. Не стал ставить фотонку, решил поставить кибернетку пораньше. Тоже логично. Nexus тем временем газпи кидает по врагу. Логично, да, но ресурсы-то были на фотонку, и я бы поставил ее все-таки. Тут вообще довольно тонко. Ну, фотонка нужна обязательно, потому что вот сейчас вот прибегает вся эта движуха, и как бы зачем ты ставил форжу тогда вопрос, если не ставится фотонки и не делается игры. Не То есть зачем игры, было да. вкладываться в это? Лучше можно было поставить два гита и сходить куда-нибудь вот так вот, допустим. Да. Тем более, что Зерк отыгрывает в глобальнейшую халяву. Глобальнейшую Через халяву две только... клины, даже не через три, ставит быструю третью и Я всего вот лишь две собаки. удивился, почему там две квины, а не, скажем, три или четыре, потому что, ну, ведь как-то же надо будет от чего-то, может быть, отбиваться. Меня удивляет, куда он тратит ресурсы, потому что... А, ну хотя сейчас вроде еще рабов-то мало. Да Скоро они не, начнут норм. копиться. Они сейчас начнут копиться, да, если, ну, какое-то здание-то уже надо поставить, там, может, рачатню. Ну, рачатень, да, но как бы рачатень без газа не работает. Вот тем временем третья поставлена крина на ней должна быть уже, в принципе, должна туда подходить, поэтому дилду она именно так и делается. А она вот не идет и не пойдет.
Ну, это небольшой завтык, который, в принципе, не критичен в данной ситуации, потому что вот сейчас добавляются газы 2. Там, в принципе, гвина, хорошо, делает, 2. Гвина делается прямо на третий. Да, и пробка нашлась наконец-то. Очень можно было тут проблем потерпеть, но пилон не будет, и Зерк на халяву поставил третью, что, в принципе, в ПВЗ довольно-таки... Довольно-таки важно, да. Так, не делаются бусты в кибернетку. Все бусты, ну, уходят, да, не торопится, у протоса. В рабов. В рабов. В принципе, логично. И что это тут? Старгейтик, смотри-ка, стоит. Как бы между делом. Сейчас станет. Так, не вижу. В самом углу базы. Все, вижу. И, ой, вот, интересно. И вот сейчас Зерк его тоже, кстати, увидит. Да, да, действительно, так. С этого нету, да? Со сталкера. И сейчас он пролетит. Нет, нету. Может быть, кстати, повернет, и чтобы видеть, что на халяву летит, и ну, посмотреть, я что прям, я прям вижу, и вот мне не очень понятно, там хватит ему вижена или не хватит. Уже хватает почти его, да, видно Старгейт, и что там в нем делается? А делается в нем, походу, Феникс, да? Феникс, да, и он уже сделался. Да. Ну, вот Феникс плей довольно-таки опасный для вот этих вот дергов. В принципе, ну, есть везде спорочки, делается лэр, ну, и он навязывает ему ручи гидроплей. Потому что как бы в муту играют очень смелые зерги, которые умеют мутерить. Это и муты так, чтобы фениксы там отлетали. Потому что вот обычно любят, ты как и Торт писал, открываться через фениксов с одного старгейта, и потом переходить в колоссов и зеварху. Ну, логичное решение, ничего нет. Вот, ну, вопрос, сколько будет этих феник? Я думаю, 4. Ну, достаточно для того, чтобы там фину поднять, убить и бросить. Ну, не факт. Потому что Зерк увидел Феникс, сразу на базах добавляется по две спорки, по еще одной, кроме минеральной. И она, как оказывается, она защищенная. И вот Артмани сделал абсолютно все правильно. Вот и нужно оверлордов собирать по карте. А, ну вот и Гидроден. Гидроден тоже есть, все в порядке. Угу. Ну, немножко рановато. Нету эволюшенов. Они вот, по-моему, как раз запоздали, как мне кажется. Сколько ну, да. там у нас времени? Времени у нас уже 9 с хвостичком. И вот эволюшены как раз уже бы грейды делали, было бы от них больше пользы, но вот один наверок все-таки затерпит. И вот тут наступает очень интересный вопрос для меня. Вот когда видишь, что прото ставит такую быструю третью, как стоит на это реагировать? То есть ставить свою четвертую и сразу заказывать десяток рабочих, либо же заказывать врачей, гидро отменять все грейды и идти ее ломать? А, черт его знает. Я бы ломать пошел. Я бы не парился. Ну просто понимаешь, что ты ведь третья от... Протоса, это же не просто 400 минералов, это еще пилон, это еще фотонка, это еще пилон и еще там пара чего-нибудь типа гейтов, то есть это почти 1000 минералов, а то и больше. А ведь это могла быть какая-нибудь армия, типа 10 зелотов там, какого-то. Ну это да, сталкеров. Но это все-таки не так, не то конкретно, что я хотел узнать, просто когда протос вот так вот на трех нычек спокойно живет, он может зергом делать ужасные вещи. Ну поэтому нужно третью сбривать. Да, вот скорее всего так. Поэтому нужно третью сбивать, особенно если мы сейчас смотрим армию, то видим, что там 27 на 43, и драться тут неким. А вот, кстати, ну, вот, кстати, выходит, да, в принципе. Норм. Сейчас можно, если грамотно подойти, вот этих фениксов двух разобрать, потому что не смотрят просто на них. Но подойти и подошел неграмотно, и сейчас фениксы, конечно же, улетят. Можно было сказать. Да, ну и тут должны быть сейчас дикие варпы, тут должны добавиться фотонки у протоса на третий. Ну, потому что, ну а как иначе? Что у нас всего? Сколько? 5 гейтов? А, у нас нет денег тоже достаточно. Это у Зерга заказ 12 гидролисков там на все деньги. Не, у Зерга все ништяк. Вот сейчас у Зерга конкретно ставится четвертая, все бага раскачаны полностью. И даже нет перевеса в сторону какого-то одних из ресурсов. А Мазершипкор-то у нас есть вообще? А, есть, но он висит не там. И что-то фотонки игнорируют протос, довольно странно для протоса. То есть фотонка на натурале так и не появилась. Ага, и вот сейчас будет батл, скорее всего, какой-то. Много сентрей. Только надо среагировать сейчас этими сентрями. Если грейд на дальность у гидры, его нету. И центрики с фулл маной, они, конечно, здесь сейчас могут все переломиться, если бы была хоть какая-то наземная армия сталкеров, потому что сейчас филлы делать незачем. Только чтобы оттягивать время, тем более, что все это на музыке. Ну, сейчас надо закрыть вот этими филдами и спокойно под фотон оверчарж убрать. Очень жалко. Сейчас потеряются центрики в огромном количестве, и это просто печаль. Ну и здесь видно, что у Тоса проблемы, конечно же.
И проблемы такого характера, которых не было с Кузьмичом и с Тиранами вообще. То есть не заставляли его так вот размитывать тем, что у него есть. И то есть его юниты просто с вами все делают. Здесь же сейчас умирает третий, и заказ будет огромный. Подозреваю, что Протос умирает полностью сейчас, потому да? что... Ну, да, а как? Потому что Зерх не потерял ничего. Но статистику посмотреть, 5,5 тысяч на 2 тысячи, это идеальный размен. Это то же самое, что он создал с Делков, а я Муту. То есть все получилось как-то примерно так. Но мне кажется, Протос опоздал. Да, дальность колоссом заказана, а колосс... Заказан 1,6 гейтов еще. А дух колосса светлый мозг. А вот тут, конечно, будет пролом. И нужно возвращать Mothership Core. Как-то делать его. Ну, Зерга сейчас будет плюс 2 в скором времени. И не хватает ему, знаешь, его Вижена с собой. То есть вот он сейчас вот так вот стоит. А, или Вижен есть? Нет, Вижена нет. И вот сверху там Immortal отдавал бы по рачам, если бы были рачи. Вот сейчас выходит колосс, начинает жечь гидру. И вот это вот может затянуться на долгое время. Да, нужно это... просто... Нужно просто контролить его, этой самой гидрой отликнуть разок, да и все. Вот так вот. И еще раз. Ой, здорово так прилетело. Прям хорошо. А ну, не контролит просто, к сожалению, батлкрузер. У него с этим проблемы, как я мог наблюдать. Не сконтролил. Ну, проблемы. Это у нас с тобой проблем нету, мы смотрим картинку. Как все нормально. А у него, да, была сложность. Не сконтролил. Ну, сложность была на самом деле, что он... что у него было мало армии, вторая сложность то, что он не сделал филды, и третья сложность то, что он отдал центриков. Вот центриков вообще нельзя было отдавать, ну никак нельзя. Ну и из результат видим то, что видим. Я моментально в чатике. Ага, в чатике тишина. Вандерер пишет, что никакой интриги. Ну откуда интрига, ребятушки? Ну что, это же дружеский турнир. Здоров. Спасибо. Ждем следующую игру. Так, вот репку я разобрать сегодня уже точно не успею. Вот завтра был бы с удовольствием после тренировки, а вот сегодня можно, уже точно... Можно завтра после тренировочки, давай запрыгивай. Вот, потому что я тоже, наверное, в 12 сегодня пойду спать, а то я не выспавшийся хожу. Не, я спать не пойду, я пойду в футбол, посмотри, уже начался. А что у нас сегодня? Да, Лига Чемпионов. Ах, Лига Чемпионов. Да, ответ на матч. Сегодня Зенит же играет? Или завтра Зенит играет? Не, я наш футбол не смотрю. А, ты наш футбол не смотришь. Это правильно, кстати. Ну, конечно, я тоже хочу смотреть футбол. Это верно. Я смотрю Бавария, Барселона. С детства за эти клубы болею. Интересно посмотреть. Да даже не то, что болею. В принципе, мне пофигу. Но вот интересно посмотреть на уровень футбола. Очень качественный. Тем более Бавария, которая была в заднице, а сейчас на самом верху. Сегодня играет с Манчестер Сити. Уже началась трансляция. Сейчас Манчестер Сити, по-моему, в заднице в Англии. Он, по-моему... Ну, Манчестер Сити начинает напоминать Реал прошлых лет, потому что пришел арабский шейх к власти, а, как известно, у него на руках огромное количество нефти и королевская семья, и денег там до хрена покупают, они очень много хороших игроков. А толку никакого. Я не знаю, на каком сейчас месте Манчестер Сити в Англии. То есть в прошлом году он шел на первом месте довольно долго. А вот что там сейчас? Ну, не суть. Смотрим, да, смотрим StarCraft. Смотрим, собственно говоря, на Йонсу. Да, вот эта карта неплохая, на самом деле. У меня к ней чисто положительные эмоции. К этой карте. У меня тоже к ней отличные эмоции, я ее вычеркнул. Значит, все-таки не отлично. Да нет, классно теперь стало. А. Я, кстати, не знаю, почему я ее вычеркнул. Тут я не могу придумать. Наверное, тут очень сложно халявить 14 ЦЦ играть. Здесь Тирана выигрывает очень жестко. Почему-то. Ну, может быть. Вот эти мины, я вот так боюсь этих мин, почему-то не знаю. Так. Да. Ну. Ну что, батлкрузеру надо что-то придумывать. Ну, на сей раз он придумает пока только то, что помешает ставить. Хаточку. Да, и начнет играть с гейта. И все правильно понял, Артмани потрясающе сделал сразу пул. То есть, ну, вряд ли он собирался на этой карте отыграть 15-ю хату, конечно. Но Netsustool тот, наверное, будет пораньше. Хотя он странно так начал с пилона натурали и открылся через гейт. Вот нет, почему? Нормально. Хотя да, судя по тому, что зеркало открывается через пул, открылся через гейт было правильным решением. Ну и вот в таких ситуациях товарищ Вестлис делает нам завет, чтобы ставить макрохату сразу, да? Да. Да.
И не откладывать ничего абсолютно. Конечно, потому что ты делаешь двух хат рабов, как бы потом, когда наконец-таки этот пилон. Тем более он отменился и куда-то уехал дрон. Вот этот вот косяк жесткий. Дрон поехал ставить просто на третье. Ну, тоже это вариант. Немножко, только тоже это, вариант, только это надо было делать сразу просто. Ну, увидел пилон, не парься, там не езди с ним, поставь третий. Тем временем Nexus-то нету. А Зерк волей-неволей уже играет в три хаты с тобой. А у тебя Nexus-а нету. Ну, вот это вот просто наказывается, и все. Сейчас нужно просто добавлять еще после постановки Nexus-а еще 3 гейта и делать 4 ВГП через Nexus и 1-1. Это очень качественно можно исполнить, и Зерк вряд ли отобьется. Да, только нужно как-то уже кибернетку поставить, понимаешь? Нужно просто посмотреть, хатка-то есть? А, видит. А нет, это собака Артмани. Ну, возможно, Батлкрузер не настолько опытный был, чтобы делать вывод, то, что там третье встало. Но, возможно, что он собирает что-то другое делать. Здесь тем временем вынужденно будет поставиться фотонка на этот раз, но фаржи еще нет. Там сейчас собака прогрызет пробку, как бы, и будет ей на все плевать. Да. И успеет до зелота, кстати. Ну, дальше у этих уже собак... Уже две, можно идти пробочек, говорить, нет, ой, зелот. Не-не-не, ну, двумя собаками зелот разным... там подбущенный в наличии. Все время хатка-то готова, квина есть, и конечно, она не шадублирована, конечно, на мой. Это просто сказать, иди наказывай, а вот тут сейчас будет рачатня, и из трех хат рачи и линги, а я думаю, это будет... Не, ну исполнение билда немножко не то, это все-таки нужно было держать в голове. Да, Mothership Core, бэм-бэм-бэм. Все, с собаками разобрались, окей, хорошо. То есть на сей раз газ что-то попозже. Ну, хотя он тут сейчас, наверное, не нужен. Ставится еще один гейт, смотри. Еще один гейт и еще один гейт. И если бусты кидать в варпы, так и происходит, то можно очень жестко здесь делать. Но нужны пилоны. Только нужно пилон поставить, да, и не спалить его. А это реально, потому что как-то не очень Артмани контролит. Тут хотя видит пробку. И видит он ее прекрасно. Вот смотри, это что такое? Зачем было так делать? Ну и здесь, наверное, Батлкрузер проигрывает все-таки сам. Я, правда, не знаю, видит ли это Артмани. Видит. Главное, что они начинают пилить пробку, что правильное решение. Варп изучен, но гиты еще не раскрыты. Но пробка должна ехать уже вторая. Надо больше собак, чтобы спиливать эту фотонку, господи, этот пилон. Потому что сейчас же прилетит Кора, и пилон отобьет. И первым делом сейчас закажутся какие-нибудь зелки, потому что на них точно есть минералы. Что там, гейты откроются уже? Открылись уже. Ой, и там жестко. Еще один гейт. Ну и вот сейчас да, мы видим, зелки что первым делом. Но есть рачи, очень интересно. Есть рачи, качает один газ, и вот это зерго сейчас станет боком. Посмотрим, кто кому что станет. Ну что, нужно бежать, Батлкрузер, ну ты что? Вот он, мне кажется, все-таки сейчас не понимает. Он второй варп хочет получить. А куда побежал? Не знаю. Побежал он на базу к себе. То есть вот это... Боится забегания. Я бы тут, кстати, боялся бы забегания, ты знаешь. Вот я смотрю на базу просто. Не, но забегание, то есть сейчас можно сделать вывод, что скорости еще нет. Не, ну он просто рачей увидел и подумал. Да можно варпить рука одного. И все. То есть было бы их 4. Сейчас бы сделал еще 4. Но вот сейчас уже финиш. Просто очень некачественная застройка. Тут два открытых пилона стоят, их очень просто сгрызть. Вот эти вот гейты, которые там все массово заказаны, нужно было ставить не там наверху, а здесь внизу. Да. И тогда так можно было бы не париться. На ладре. Так а очень часто это делают протосы, это в порядке вещей. Ну и тем временем, да, собачки собираются. Тут собираются прогрызать. Мазершип-то где? Что-то я его не вижу, потерял. Уж не пропал ли он? А, вот он висит. То есть сентрики есть. Все есть. Ну и нужно как-то аккуратно. Здесь же рачки есть, толкеров нет. Здесь, конечно, мазлкор на халяву будет дамажить, но нужно звука разбирать. Ой, врубается верчаж. Все жестко, и на второй скоро будет мана. Но Зерк перешел неожиданное нападение после халявного опенера. И не забывает за работу заказать. Ну вот сейчас филды получше упали. Ну, да. Протус отбивается. Нет, не отбивается, может и не отбиться. Да, надо варпать, конечно. Варпать нужно туда, вовнутрь. Он-то отбивается, но он этим отпрочивает свою гибель, мне кажется. Хотя вставят робы, вставят Старгейт,
Нет, Старгейт отменен был. Это очень плохо. Хотя делается Immortal, и, видимо, тот решает перейти. Ну, нужно не забыть поставить рабочих на газ. Ну, желательно шестерых. И делать гидру. В такой ситуации. Нам-то видно, но видит ли это зерк? Знает ли он об этом? Не знаю, я бы здесь вышел в ручей гидру бы, да и все. С трех баз макрохаты и выиграл бы, скорее всего. Да, очень неприятно, как сорвал всех рабочих. Вот. А в плане сейчас вторая база, но... При этом я бы не забыл поставить эволюшены, которые... Снова запаздывают. Которые, вот ну, они уже бесконечно запоздали, потому что вообще-то 10.40, тогда они в 9.30 уже стояли. А сейчас они в 10.40 только заказаны, что как бы намекает. Потому что денег-то у зерга более чем много, то есть там 1000 денег. 1000 минералов, я не вижу повода их не потратить на грейды, там, на макрохату. Ну, ставится просто четвертое, что тоже, конечно, вариант, почему нет. Ну да, он вроде тоже напряг и знает, что сейчас к нему ничего не пойдет. Я бы собак только разбросал по ближайшим нычкам, там одну на третью вторую на четвертую, и спокойно бы копился бы до 200-го лимита, дальше играл бы спокойно в этот самый, в SimCity. Грейды, ну, армия, грейды, армия, рычи, гидра, она отбивает здесь все, вообще все, что можно придумать. Ну, теперь уже поздновато. Пошел шпиль довольно-таки интересный, и вот это сейчас может сыграть с ним злую шутку. Потому что шпиль сейчас нужно отменять, макрохата нужно отменять хотя бы одну. Да, вот так и происходит, четвертая отменяется. Шпиль и сейчас будет долго ставиться, да. Шпиль будет долго ставиться, нужно заказывать армию. Нету скорости у врачей, вот это беда, ЛР есть. Видимо, просто не собирался у врачей играть, поэтому скорости нет. Хотя вот этот вот выход, который сейчас будет, довольно-таки суровый, принимается просто масрачами с трех хат, и пофигу, что там иммортал. А да, сейчас, как бы, лучше линками принять, довольно трудно. Он сейчас пытается от мания разделиться, но вот здесь заходит сталкера, иммортал сзади, вот сейчас технично врачи еще. Ой, очень-очень грамотные филды, но этого мало, по-моему, да? Ну, как знать, Immortal не участвует в бою просто. Собаки расстреливаются. А, ну вот Mothership Core прилетает довольно-таки вовремя. Ну, сейчас нужно просто варпы. Тут была бы призма, вот варпы идут, и сейчас могут продавить, на самом деле. Могут. Immortal задают очень сильно по врачам. Два Immortal, как 16 врачей, мне кажется. Вот врачи окружают непонятно зачем, хотя сами меньше дамажат при этом. Ну, врачи просто сфокусились на Immortal. На самом деле. И ведь, кстати, получилось ведь. Вот да. Сейчас уже не так. Вот если сейчас просто проигрывать этот замес, мне кажется, там можно делать. Там Клина умерла, да ведь? Да, умерла. Да, Клина умерла. Здесь новый подварп сталкеров, но у зерга заказы очень суровые. Рикол. Пытается просто как-то вытащить ситуацию. Есть один колосс, между прочим. Ну, вполне любопытно. Да, он должен зарешать против муталисков. Которые сейчас будут в заказе, скорее всего. Собственно, грейды в шпиле уже есть. Муты сейчас будут в заказе, и этот колосс уже будет никому не нужен. Да, кстати, в пол очень грамотно играет Артмани. Интересно посмотреть, да? Так технично. Хотя бы все логически оправданные переходы. Может, небольшие такие остренькие косячки-то видно, но как-то вот решение мне нравится. Да, я, как, в принципе, как заранее продумано мута, как вот сейчас копится 2000 ресурсов и 20 муталей будет заказано. Я так в одном сезоне, когда был в Алмазе, по-моему, играл, вот это было жестко. 20 нет, но 13, да. Ну, еще 10 можно заказать, потому что генерал хватает. Ну, собак я бы вот так глупо бы, наверное, не стал бы разменивать. Не, почему? Хотя, тоже норм. Они сгрызли колосса, что ли? А потому что ежик. Да, вот 21 муталиск в сумме, 10 из них уже вылетело. А, ну все, и здесь уже можно окликать через shift на мы, неправ, и все. Кузьмич может рассказать много о муталисках после вчерашних игр. Да, а я что-то и не помню. А ты и не смотрел, видимо, толком. Ну? Потому что ты потом пришел, мы играли 2 на 2, 3 на 3. Вот, а Кузьмич вторую игру просто проиграл мульти на 9 минуте. А, вторую я смотрел как раз. Я на вторую включил, с первой. Вот. Вот он на 9 минуте ее проиграл. Ой, сколько муты. Красота. Полетели! Там столько вкусного.
Плюс один сейчас будет, смотри, в момент залет на мейн прям. Все, плюс один и пошла мута. Твайлайт минус. А пилон сначала будет минус. Грамотно, здорово, и тос выходит. Нечего терять. Видит для резерв, не видит, а почему? А потому все равно. Не контролится. А может и не все равно. Ну сейчас будет какой-то быстрый. Ну как все равно минус хата. Минус хата обязательно. Если на грамотно зафокусится мут, сейчас разворачивается, как правило, здесь убивать-то нечего. Да, тут такой отличный антимут и лимит, колосс, вот он справляется хорошо с мутой, мортал отлично. Зилки и большие мастера. Ну, успеют спалить хату. Успеют, да, минус хата. Ну, здесь все. Здесь просто замыкают товарищи и говорят, что минус армия. Да. Нет, грамотно Артмане сыграл, то есть действительно респектую. Очень здорово. Я сам бы сейчас так технично, наверное, не смог, но я бы исполнил постановку хаты заказ рабочих более четко. А вот сыграть. Все, GG пишет. Я так понимаю, они играли две игры или все-таки три? Две? Бо три. Ну и все, я погнал смотреть футбол. Давай, давай. Всем до завтра. С тобой завтра. Пока, пока. Наверное, да. Ну все, давай, до связи. Так, ну а мы в чатик. А я не знаю, как Кузьмич с Бэтлом сыграл. Прямо скажем. Не могу вспомнить. Ладно, я, наверное, на сегодня тоже заканчиваю, если третьей игры не будет. Ага, было три. Все, всем спасибо. Всем пока. До завтра.